Я думала, на улице мороз сильный, но нет. 14 градусов. Друзья, всем здравствуйте. Всем всех приветствую на своем канале. На канале Галюни в деревне. Самолет летит, видите как? Он полетел. Он на солнце выходит. Не видно пока за кустами. Но сейчас уберусь, как раз увидим. Так, всем желаю здоровья, добра, мирного нам неба, чтобы все у нас было хорошо. Так, ну а я показал, чем я с утра занимаюсь. Вы видели, уже не первый раз показываю. Только воды не попила, чуть стало сегодня поздновато. Так, ну все, надо убираться. Все ждут, вон пришли уже к пороху. Вы скажете, каждое утро, каждый день одно и то же. Ну-то. Ну как? Сначала всех кормлю, потом уже в доме сами. Салон вчера раскидала. Ванюк на меня говорит. Че раскидала? Ну, я вот в кучку собрала. Таскала она падать и падать. Вчера ходили, а мусор не отнесли. Большой пакет собрали и забыли. Раз канализацию откачивал. Ну, она у него там выскочили, шланги немножко налил. А так туда, за забор откачал. Не стал чуть снегом засыпать. Ой. Ну вот она. Вот он стоит. Ждет у порога. Ты жди меня, родная. Вот он. Как он выпрыгивает один? Иди, иди на мороз. Иди, погрей лапки здесь. Гуляешь. Каждое утро. Не то, что утро, вечер тоже так же. Выходи, выходи. Боишься? Замерзнешь? Ти-т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 и
Вот за зиму вот такие у меня рукавицы стали. Перчатки быстро намокают. А эти вот
или Женькины, или Илюхины чьи-то. Ну, таких классные, вот прям где-нибудь еще купить такие. Подскажите, на следующий зим куплю. Все из... Но они уже, я их 2-3 зимы вот ношу. Вот под конец они уже вон, разорвались. Вообще такие теплые, непромокающие. Даже не знаю, где они продаются. У Марселины спросить. Солнцем там выглядывает. День будет хороший. Пока убиралась, на улице солнце светит 11 градусов. О, солнце какое. 11 или 12. Зашла в дом. А я не стала Ваню будить, говорю, пусть отдыхает. Зашла, он говорит, мать, ты что меня не разбудила? Я говорю, да ладно, надо привыкать уже. Прям солнышко вот такое, да, прям дело идет к весне. Прям как-то хорошо, да? На душе прям как-то веселее становится солнышком. Прям в глаза. Скоро дождемся тепла. Чем-то у нас вот тут и вот собирается. Ну, ночью, наверное, сильный был мороз. Ай. Чё? Чё? Опять лёд? Лёд снимаю. Не любит. Видеть, когда и снимаешь. Но я молчком так. Всегда потихоньку. Даже вчера видео снимала короткое. Он даже не знал, что я снимаю. Я потом только сказала. Вчера не ход был белье выносить на улицу. Сушить. Но сушилки вот здесь в ванной. Да какая красота. Все уже высохло. Ну запах. Запахом. А все-таки на улице пальцы морозить. Говорю, не буду. Взяла здесь вот посушила. Тогда, когда газ проводили... Ну, я решил пристройку сделать. Маша помогла с деньгами. А Миша на меня говорит. Перед кем ты тут выёживаешь все это? А сейчас какая красота. И туалет, и ванна. И не надо никуда выходить. Красота. Да, Вань, красота. Миша тогда был как против. Чтоб... Вань, молодец, воду откачал. А я показал, ты откачал воду. Да. Ну, и когда построили... А построили, был коридор внутри, мы с Ваней бомбили. Помнишь, Вань, через окно все вывозили? Вот такие дела. Встал в 6. Вань говорит, Майк, с кем ты разговариваешь? Я с подписчиками разговариваю. Со мной даже подписчики в Одноклассниках делятся. Рассказывают тоже мне свою жизнь, свою судьбу.
не делать так, как мы наворочили. Захотелось мне запаха. И вот что получилось. Вот такой ералаш. А у нас как дело идет после Нового года, постоянно что-то на кухне с этой, с канализацией. Даже вон вода сливалась, там вон грязь. Была чистая. Или там замерзает, ну, на улице. Может, вот ты закрыл, надо было оттуда еще, Вань. Откуда? Оттуда. Откуда? Там с улицы дырку. В дырку. Тоже так сделай. Сколько здесь метров? Да хрен я знаю. Так, ну проблема была не здесь, конечно. Но все равно Вань здесь все почистил. Была на улице проблема. Он пошел, а тут покрутил, покрутил, и все. И вся вода ушла. Все нормально. Так, а вы помните, как я рыбу варила в сковороде? Прям раз и с водой варила. Ну, а сейчас Ваня здесь. Сейчас пожарю. Сейчас пакет насыплю муки. Туда рыбу. Сейчас покажу, как я сделаю. Посолить я уже посолила. Обрезала, посолила. Показываю вам. Держу телефон в руке. Неохота мне штатив ставить. Вон муку насыпала. Сейчас туда рыбу наложу. Это был тухой. Всю ее сейчас сложу. Вот так получилось. Потом взял пакет, выкинул и все. То тарелку мыть. Поменьше вынесем. Пожарила рыбу. Друзья, всем приятного аппетита. Получилось. Она еще горячая, аппетитная. Вкусная, наверное. Нико, помните, летом ложил целиком, прокручивал еще и заливала. Блин, девочки, это что-то с чем-то. Такая вкуснота. Скажите, опять из общей есть. Ну, а как? Лишние тарелки мыть не хочу. Мои они мной не гребают. Так что ем. Вкусно очень. Клубника начнется, опять так сделаю. Много там клубники вон. Она прям свежая. И вкусная. Сейчас на камеру покажу. Очень вкусно. Мне комментарий это просто затронул за душу. Что из общей как-то... Подождите, а раньше как ели? Все из одной чашки. Никто никем не гребал. Да мои дети, внучата, они мной вообще не гребают. Я стараюсь все делать чисто, аккуратно, культурно. На то, что из общей съела я и положил ложку, что ли, что... Хоть бред вы просто несете, все. Я вот так вам скажу. Не умничайте. Кто это написал? Вань, добрый, душа. Котенку притащил. Сейчас я еще молочка налью. Ну, здорово. Все, да. Кушай. Пей, давай, допивай. Все, что ли? Угу. Доедай. Вот, доедай. Доедай, давай. Давай. Уже наелся. Все? Да здесь ты, блин, фуфло, ешь он там.
Все, он уже на все. Все, видишь, уже нажил. У него нифига, у него пупок какой стал, блин. Ну и навелся как сильно. Бля, он даже сидеть не может. Все, пойдем. Пойдем? Пойдем, будешь хватить. Во, все за это. Замурлыкал? Ага. Все, забалдел. Сейчас пойдете хвалиться всем. Скажете, знаете, где был? Куда ты все бежишь? Ну-ка, отпусти его. А жил, видишь? К хорошему быстро привыкай. Конечно. О, все, видишь? Скажешь, нифига себе, у меня бинго-бом выпал, блин. Лото плюс, блин. Молоко, блин, понравилось. Сейчас он до конца убьется едой. Не надо закрывать калитку. Собак не придет. А мы мусор набрали. Несем. И направо немножко, может, пройдемся. Правда, ветер на улице холодный. Вроде 9 градусов, но холодно. Ветер. Ветер. Вань, ты, наверное, лучку почисти. Кого? Лук почисти, я сейчас сыт. А что делаешь? Картошку пожарю. А что это такое? Да это я сковородку помните. Лук сколько? Да штучек 3. Или 2. Смотря какие. Вот он, возьми. Надо сложить белье мне. Так, я хочу сказать, сегодня магазин Сластёна, кто живет в Староюрском районе, в Староюрьевом, магазин Сластён, сегодня новое поступление свежих продуктов. Ну, каких продуктов? Конфеты, пирожные, торты. Все свежее и недорого. Так что, кому не вредно есть, пожалуйста, заходите в магазин Сластёна. Все очень вкусное, все свежее. Там опять хворост такой привезли, который все брали, спрашивали. Вот.
Так что кому, конечно, не вредно. И недорого. Конфеты с этим, как ее, блин, забыла. Желейные конфеты, килограмм 150 рублей. Потом, как наподобие конфеты, это без бумажки, как Сникерс, только не без бумажки. 200 рублей, да. Так что там много, выбор очень много. Так что заходите, покупайте. Магазин Сластена. Так, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Всем желаю добра, мирного нам неба. Я всем говорю пока-пока. Всех вас обнимаю. Всем желаю мирного неба, чтобы все у нас было только хорошо. Всех я вас люблю. Как это так вот делается? Сердечко. Так что всем пока-пока, хочу вам сказать. Лайки-то мне ставьте. Ну, уже прибавляются лайки, подписчики. Так что мой канал живет, да? А я думаю, кто будет смотреть, кто будет смотреть? Все-таки есть люди, которые смотрят. Кому-то интересна деревенская жизнь. Ну, пока снимать уж нечего. Так. Ну, все равно. Скотин полностью я не показываю, потому что телефон быстро разряжается на морозе. Все, всем пока-пока.